Тишина. Уже? Дети на сцену. Большая группа. Тихо. Вы тише, где готовимся? Готовимся. Последние наставления от заслуженного артиста России Михаила Мартынюка его ученикам. Сегодня у юных воспитанников студии «Бутик Балет» дебют, премьерный показ постановки «Мастерская Капелиуса». Все артисты не старше 10 лет и уже на равных выступают на сцене вместе с солистами известных театров. Это стало возможно благодаря студии «Бутик Балет», которую Михаил Мартынюк открыл в Химках на базе школы 31 около 2 лет назад. В студии есть профессиональные педагоги. Я же как такой некий двигатель, что ли, в творческом плане. То есть я делаю спектакли, делаю редакции, адаптирую их. Слегка пишу или редактирую либретто, потому что дети не могут, полноценный спектакль отработать. Премьерный показ постановки «Мастерская Капелиуса» посетил глава городского округа Дмитрий Волошин. Я благодарю и господина Михаила Мартынюка из Кремлевского балета, который также стоял на стуках сегодня. Эти громкие названия «Кремлевский балет», «Русский балет» пришли к нам в Химки. Мне очень приятно, что мы одни из первых начали развивать балет в Подмосковье. «Мастерская Капелиуса» – второй акт знаменитого комического балета «Капелия». Главный герой – профессор Капелиус, который трудился над великим шедевром – механической куклой Капелии. И сегодня в мастерской профессора ожило много кукол. В зале аншлаг среди зрителей и совсем юные любители театра. Всего же на сцене дебютировали 40 воспитанников студии. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.